Елка желаний готовится исполнить детские мечты. В Набережных Челнах продолжается одноименная благотворительная акция. Впервые за 15 лет ее проведения подарки собирают не в магазинах или торговых центрах, а в учебных заведениях. Организатор акции – городской студенческий совет. Подарки предназначены для 350 детей, находящихся на лечении в КДМЦ. На данный момент нам хватит примерно на 100-150 детей подарков, то есть когда они расформируются уже в вид именно подарков, да. Но еще будут доносить, еще не все вузы и СУЗы донесли, также еще доносятся подарки жителями городов. Тем не менее, в студсовете надеются, что необходимое количество подарков все-таки соберут. Праздничное мероприятие в КДМЦ пройдет завтра. В программе выступление творческих коллективов города и, конечно, визит Деда Мороза и Снегурочки. Не останутся без внимания и ребята, находящиеся на лечении дома. Некоммерческое партнерство помощи больным муковисцидозом «Дыши со мной» выделило им необходимые лекарственные препараты. Здесь мы муковисцидозом обязательно посетим на квартирах, то есть мы будем к ним приезжать, их 18 всего лишь в городе. Это уникальные дети, у которых заболевание, действительно уникальное.